И вновь доброго времени суток, еще это канал Нокомис Парадокс, и это вновь игра «Солнышко и угодье». Продолжаем. Сложность, конечно, легко. Найдите оружие в подсвеченных шкафах. Если увидите, что идет корица, вы можете спрятаться в темных шкафах, нажав пробел. Если у вас есть оружие, бегите к выходу, потому что если вы спрячетесь, кто знает, что может случиться. Иначе... Ничего. Ничего. Где тут выход, простите? Excuse me, where is my exit? Ребята! О, вот выход. Он просто нарезает здесь круги. Ладно. Хорошо. Топор есть и ладно. Кажется, мы сами скоро маньяками станем. Ага, подозрительное окно. Я не могу это принять. Моя бесконечная работа. Найти свое место в обществе, быть принятой. Я не могу смириться с таким бегством. Я не могу смириться с тем, что они так счастливы, что они думают, что это место сможет стереть все их проблемы. Что у них нет никакого стремления встретиться лицом к лицу со своими слабостями. Ну, знаешь ли, как ты думаешь, для чего существует психушка? Это была та женщина. Она отравила моего мужа. Это она. Сделайте что-нибудь. Я тебя не прощу, поняла, сука? Нет, подождите, все было не так. Твоя жизнь кончена, слышишь? Твоя карьера, твоя личная жизнь, все. Если он умрет, я отомщу. Я не дам тебе забыть, никчемный повар. О, блин, ну начинается. Да, полный слом по фазе. Они не заслужили того, чтобы жить здесь спокойно. О-о-о-о. Они должны смириться и стараться усерднее, чтобы стать частью общества. Почему я должна это делать? Почему я должна так стараться? Они просто нашли себе место, где их никто не найдет. Вот отстой. Она двинулась кукухой, ясно все. Почему я не могу этого сделать? Разве они не несут никакой ответственности? Да. Почему меня никто не понимает? Еще ненормальных понимать, блин. Все они должны быть просто уничтожены. Хотите сохраниться? Выберите сложность. Легко. Она у тебя на пути. Появляется Чили. Еще одна наивная душа. Интересно. Сражение. Навык. Порез уничтожить. Раздавить, разделать. Ранить, резня, крушитель, не сдаваться. Это типа лечение такое. Крушить.
Бить, убить, убить, убить. Щелк, щелк, тебе не страшно, малышка? А, то есть это надолго. Круши, ломай, дави, подавляй, наслаждайся каждой маленькой раной на своем никчемном теле. Разве ты не величайшее удовольствие человеческой жизни? Не совсем. Я убью тебя так сильно! Умри, умри, стань частью моего дикого и грязного пиршества! Ай, блин. Я этого не допущу. Чили в шоке. Сиси одерживает победу. Но это было не так уж сложно на самом деле. Иди, иди, броди по лесу. Не заботись о том, что кровь капает с твоих щек. Оставь позади всю свою горечь и шагни в новый открытый мир. Забудь о жертвах, которые ты принесла. Обо всех страданиях, которые будут таиться в твоей груди до последнего дня. Держи подбородок высоко и изобрази на лице широкую фальшивую улыбку, пока слезы размазывают багрянец на лице. Добро пожаловать, взрослая жизнь. Капец. Вы хотите посмотреть титры? Давай. Ты серьезно, вторая концовка? Вроде бы их тут только две. Что происходит? Почему? Так, я попытаюсь еще раз. Так, сейчас я... Просто очень серьезно надеюсь, что после этого мне хотя бы дадут титры посмотреть. Так, попытка номер два. Надо просто приемом казнить. Добивать эту чили. Теперь что? О, пошли титры. Наконец-то. А то в прошлый раз игра вылетела, как вы знаете. Видимо, это финальная концовка, раз нам дают титры. Вот этого арта я не помню. Ну и вот последний арт.
Теперь мы видим девчулю. Девчуля с черными волосами. И ленточкой, как у нашей героини. Спасибо за то, что сыграли. Офигеть. Что это? Мечтательная роза. Просто еще один кошмар. Хотите сохраниться? А есть еще что проходить? Нихрена себе. С кем вы хотели поговорить? Какое прекрасное чувство! Это потрясающе! Как в раю. Отвратительно. О. Итак, ты сделала это. Если ты думаешь, что я собираюсь сдаться, то ты сильно ошибаешься. Никто больше не встанет у меня на пути. Я понимаю. Не волнуйся, я всего лишь наблюдатель, не сделаю ничего, чтобы остановить тебя. Хорошо, ты уже помогал мне раньше, так что я не хочу ссориться. Тебе не о чем беспокоиться. Так, ты сделала это. Это конец, да? Они придут и заберут все. Наш дом, наше место, нашу жизнь. Я так боюсь. Почему это именно я? Почему это происходит? Ты должна... Это где-то же должна быть счастлива. Должна быть счастлива. Никто не должен быть счастлив. Где такие существа, что они не могут быть счастливы? Пожалуйста, никому не говори об этом месте. Я тебя умоляю. Не обещаю. Не беспокой меня. Ну да. С корицей. Эй, пельмешек. Не хочешь зайти ко мне? У меня есть несколько новых фильмов. Так это и есть твоя реальность. Как весело должно быть избавиться от того, что пошло не так, а? Жизнь совсем не такая. Ну ладно, каким-то образом я в порядке, почему бы и тебе не быть? А, это ты. Каждый решает свои проблемы по-своему. Ты не должна судить людей, сравнивая их с собой. В любом случае, ты же можешь идти домой. Почему ты еще стоишь там и что-то там бормочешь себе под нос? Я вас всех ненавижу. Вы без всяких целей тратите впустую свою жалкую жизнь. Бывает. Новые формы религиозного неприятия, блин. Религиозная дискриминация, кажется, называется. О, ты сделала это. Отличная работа. Хлоп-хлоп. Ага, спасибо. Ты хочешь? Нет, у меня есть кое-что, что я должна сделать. Ха-ха, конфетка не кусается. Хочешь поиграть? Ты просто грязный убийца. О чем ты говоришь? Ха, конфетка понятия не имеет. Но было не слишком приятно. Отвратительно. Так мило, ты сделала это. Что дальше? Я вернусь и завершу все свои цели. Не вмешивайся. О нет, как я могу? В конце концов, ты победила. Ты гордишься собой? Не твое дело. Безусловно. Кирия. Что у нас здесь? Тебе пришлось через многое пройти, не так ли? Бедная девушка. Те, кто нуждаются в сострадании, так это жители этого города. Так что не пытайся меня оскорбить. Прости.
В любом случае, удачи тебе в будущей жизни. Уверена, ты добьешься всего, чего хочешь. В конце концов, ты так здорово делаешь все, что нужно, чтобы добиться своего. Я никому не позволю разрушить мою жизнь. Я вернусь и покажу всем, кто сомневался во мне. Вернешься, да? Да. Почему я не могу выбраться? Грёбаный замкнутый круг. Так, я начала новую игру, потому что попытка перепройти там еще куда-нибудь не увенчалась успехом. Роза, закройте глаза и представьте себе место. Чудесную страну, где никто не чувствует боли, люди не нуждаются ни в богатстве, ни в славе. Место, где все счастливы. Лягте, расслабьтесь и позвольте перстам сна сомкнуть ваши веки. Давайте создадим вместе новый мир. Мир, который не превратится в кошмар. Моя мечтательная роза. Что ж, по-моему, это был не самый лучший путь. Все идет по классике. В данный момент. Как начнется что-то новое, я покажу. Она опять говорит про истинную форму, а? Я уже сильно сомневаюсь, что будет что-то новое. Просто сомневаюсь. Ладно, видимо, тут уже ничего не поделать. Если все-таки тут есть другая концовка, какая-нибудь секретная, например. Если пройти сложные там мини-игры на сложных уровнях, то пишите об этом в комментариях. Ну а если нет, то, пожалуй, на этом и закончится прохождение данной игры. Потому что начинать сначала нет смысла, как я уже увидела. Все одно и то же. Так что, если тут нет других концовок и ничего нового, то у меня не получится больше ничего заснять по этой игре. Что, в принципе, довольно-таки обидно. Это был канал Нокомис Парадокс, игра Солнечревоугодье. Если вам понравилось, если у вас есть совесть, то пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь, если не подписаны. Если же у вас нет совести, то мне вас очень жаль, потому что бессовестных людей никто не любит. А так, хорошего времяпровождения, услышимся в следующем видео. Пока!